Читайте, завидуйте, я гражданин. Особо отличившимся ульяновским школьникам вручили паспорта Российской Федерации. Торжественное мероприятие приурочили ко дню рождения Ульяновской области. Ребят, жители Ленинского района Ульяновска, с этим важным моментом в их жизни пришли поздравить представители власти и общественности. Они вручили государственные документы будущим спортсменам, ученым и активистам. Так молодежный министр областного правительства Иван Макеев отметил, что получение паспорта – это новые возможности, а также приобретение дополнительных прав и обязанностей. Это такие права, как свободно распоряжаться без согласия родителей своим первым заработком, вообще своими средствами заработанными. Они также имеют возможность участвовать и принимать участие, быть членами молодежных общественных организаций и объединений, что для нас это тоже важно. И также они имеют право иметь свой первый оплачиваемый заработанный отдых. Важной составляющей в жизни любого молодого человека является общественная деятельность. Вступление в ряды различных молодежных объединений благотворно влияет на развитие личности. Именно в таких организациях сконцентрированы наиболее талантливые и востребованные ребята в общественной, трудовой, культурной и спортивной жизни региона. Российский союз молодежи с начала 2000-х годов в рамках торжественной обстановки вручает паспорта молодым ребятам, которым исполняется, ну, сейчас 14 лет, раньше 16 лет, и всегда в этих мероприятиях принимают участие представители органов власти, представители, яркие общественники, которые вручают паспорта и желают ребятам успехов в их дальнейшей жизни и в учебе, и в трудовой деятельности. Молодые люди, которым вручили документы, действительно неординарные. Так отличница Адель Багдалова имеет синий пояс по тхэквондо. Для меня это очень важный документ. У меня очень хорошие эмоции. Вот, я в восторге. А вот до этого момента ты практически, можно сказать, обходилась без паспорта, все у тебя было прекрасно в жизни. Как ты думаешь, вот в ближайшее время непосредственно нужен тебе будет вот паспорт? Да, конечно. Для каких целей? Ну, для каких-нибудь поездок, на соревнования. Антон Сибиряков, учащийся средней школы номер 51 имени Облукова, победитель всероссийских и международных конкурсов по математике, информатике и иностранному языку. Парень планирует связать свою жизнь именно с языками и стать переводчиком. Сегодня важное событие в моей жизни. Я получил паспорт гражданина Российской Федерации. Я очень горд тем, что я стал полноправным гражданином. Паспорт – это символ гражданства. Он вызывает чувство гордости и ответственности своей родине, земле, на которой я родился. В конце мероприятия все ребята произнесли клятву родине гражданина Российской Федерации. Надеюсь, что они станут достойными представителями нашего края. Антон Никонов, Владимир Куликов. Новости Улправда ТВ.